Сергей, здравствуйте. Меня зовут Надежда, компания Maxi Markets. Разрешите задать вам несколько вопросов. Давно ли вы работаете на Форекс? Нет. Я начал работать где-то с 23 сентября. Довольны ли вы пока своими результатами на данный момент? Очень даже. Пока да. Мы с ним смогли заработать почти 6 500 долларов. Как вам помогает ваш личный менеджер? Можете немножко рассказать подробнее про его работу? В принципе, он мне научил стратегии. Это во-первых. Я сам ставлю сделки. Во-вторых, когда у него есть сделки хорошие, то есть короткие, где можно выигрывать, он мне всегда помогает в этом плане. Сергей, так скажите, что... а с какими инструментами вы обычно работаете? Я работаю сейчас в данный момент, то, что у меня счет 20 000 долларов, я работаю только товары и валюты. То есть я не могу работать на акции, пока не хватает. А что насчет аналитики? Может быть, вы читаете новости, читаете аналитику, которая публикуется на нашем сайте. Это вам тоже как-то помогает? Обязательно, конечно, я смотрю. Вот у меня ради... Вот смотрите, ситуация такая была. У меня сделки были на золото, на серебро. И я уходил спать, я думал, что все полетело. Но выиграл Трамп, я полностью остался доволен. Сергей, как вы считаете, какую из услуг компании вы бы отметили как наиболее полезную? Ну, во-первых, мне господин Витольд предоставляет очень конкретную информацию, что надо делать и как надо. Я без него ничего не делаю. Просто надо. Я вот, в принципе, доволен. А что, по вашему мнению, может ли Форекс стать основным средством заработка? Конечно, все зависит только от депозита. Что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Честно, не лезть, наверное. Сейчас я вам попробую сформировать свою мысль. Сломя голову, не бежать туда, куда не нужно. Вот так. Надо слушаться своего брокера, и проблем не будет. Сергей, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Markets желает вам дальнейших успехов и удачи. Спасибо вам большое. Спасибо.